Итак, кто же такие утромы и кто такой Крэнк? И есть ли между ними разница? Сегодня мы вновь погрузимся во вселенную черепашек-ниндзя и увидим все воплощения утромов и их историю. Узнаем, почему до 90-го года Крэнк вообще не относился к расе утромов, почему утромы под страхом смерти скрывают свою родную планету от посторонних глаз, и как так сложилось, что изначально они могли иметь совершенно другой внешний вид. Это и еще больше интересных фактов ожидает вас в этом видео. Подпишись и поехали! Утромы в большинстве своем добрая и миролюбивая неземная раса, не несущая зла человечеству. Чаще всего именно они ответственны за создание мутагена и, соответственно, за мутацию черепах, сплинтера и других мутантов. А вот Крэнк, в свою очередь, мразь и подонок, изначально созданы лишь по подобию утромов и не имеющий с ними ничего общего, но впоследствии перекочевавший в их ряды с последующим редконом своей биографии. В целом, почти всегда Крэнк является воплощением вселенской гниды с тяжелым налетом озлобленности, и сейчас следует начать по порядку и затронуть первое воплощение утромов в комиксах «Мираж». Ведь именно комиксы «Мираж», являясь классической историей, знакомят нас с данной расой пришельцев, а также с их подразделениями и секретными службами. Крэнга как персонажа на момент выхода комиксов еще и в помине не существовало, поэтому и упоминать о нем в рамках классической истории нет смысла. И чуть позже я вам раскрою все тайны утромов. Но сначала краткая история. Корабль утромов терпит крушение на планете Земля в 60-х годах. Понимая, что на данный момент они отрезаны от мира без возможности вернуться домой, утромы решают остаться на планете. Спустя годы утромы под прикрытием открывают фальшивую компанию Technocosmic Research Industries, в рамках которой они создают так называемый трансмат, грубо говоря, телепорт между измерениями. Связавшись с родной планетой и получив от начальства указание оставаться на Земле и продолжать наблюдение, утромы начинают перевозить остатки вещей с места крушения корабля в здание TCRI. И в один из таких рейсов попадают в мелкую аварию, вследствие чего из кузова грузовика вылетает контейнер с мутагеном. Ну а что с ним было потом, мы уже знаем. Об этом у меня есть отдельное видео. Так вот, после активации телепорта и тем самым вызвав подозрения со стороны ФБР и властей, утромы, сами того не желая, приковывают к себе внимание телевидения и общественности, а здание компании Technocosmic Research Industries становится целью штурма военных. Утромы немедленно инициируют принудительную эвакуацию на родную планету посредством телепорта и, уходя, запускают в здание механизм саморазрушения. Спустя несколько лет в четвертом томе миражевских комиксов утромы возвращаются на Землю с целью построить свою базу и заодно установить взаимовыгодные отношения с человечеством. Будучи миролюбивой расой, отказавшейся от оружия, утромы нанимают клан Фуд в качестве телохранителей, так как ниндзя клана отлично владеют навыками рукопашного боя. Казалось бы, добрые пришельцы, но не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Не все утромы являются добрыми. В «Мираже» существует несколько фракций данных пришельцев, полностью противоположных основному большинству, о которых это самое большинство даже не догадывается. И первая фракция недобрых утромов — это хранители памяти. Тайное и незаконное общество. Утромы, которые крадут тела мертвых сородичей и извлекают из них воспоминания для архивирования, тем самым скрывая всю информацию от посторонних умов. Обскура Секрете – официально несуществующая организация воинов, проводящая секретные операции правительства утромов. Это отряд, выполняющий задачи, которые большинство миролюбивых пришельцев никогда бы не выполнили. Именно поэтому большинство утромов даже и не догадываются о существовании такой фракции. Именно они отвечают за скрытие родной планеты утромов Магонии, уничтожая каждого, кто ее обнаружит. Много веков назад утромы сталкиваются с иноземной цивилизацией джигелы. Джигелы — это аморфные существа с групповым сознанием. Будучи на грани голодной смерти, джигелы поедают утромов, параллельно впитывая их знания, и распространяются по вселенной в поисках новой пищи. Выжившие утромы истребляют всех джигелов во вселенной. Затем покидают и скрывают родную планету, попутно стирая себе память о данном инциденте. Это настолько секретная информация, что обычные утромы даже не знают о существовании опустевшей Магонии, живя и называя родным домом совершенно другую планету. Также Обскура Секрете много раз подавляла развитие других цивилизаций. Трицератоны рассказывали, что много раз были близки к самостоятельному открытию технологии трансмат, но каждый раз подвергались саботажу со стороны организации Обскура Секрете. Ну и третья организация немиролюбивых утромов носит название «Просвещенные». Несмотря на название, фракция в основном состоит из фанатиков, которые верят, что мира во всей галактике можно достичь только путем жестокости. Ну и как мы видим, в «Мираже» утромы в большинстве своем добряки с большим сердцем, за исключением этих трех организаций. А еще в классических комиксах мы видим, что несмотря на свой мягкий внешний вид, они обладают костями. Да. По своей натуре утромы являются изобретателями и учеными с богато развитой системой образования. Именно это позволяет им создавать такие сложные устройства, как телепорты и космические корабли. И я больше чем уверен, что экзамены в утромских школах довольно сложные. Да чё уж тут говорить, пора выпускных экзаменов довольно стрессовый период жизни и для нас. А подготовиться и сдать ЕГЭ либо же ОГЭ на высокий балл поможет онлайн-школа Сотка. В Сотке вы сможете подготовиться к экзаменам по 4 предметам сразу. После начала обучения за вами закрепляется персональный менеджер, сопровождающий вас весь период подготовки. Забудьте про переживания и стресс. Обучение происходит в спокойном, размеренном темпе с ежемесячными вебинарами с психологом. А регулярные пробники и быстрая проверка домашних заданий помогут обрести уверенность в своих силах. На бесплатном вводном уроке вас подробно ознакомят со структурой обучения и расскажут, как проходят занятия. Месяц подготовки по 4 предметам проходит буквально по цене пары занятий с репетитором. А по моему промокоду TECHER1 вы получите 8% скидку на первый месяц обучения. Но торопитесь, цены повышаются каждые 2 недели. Более того, сейчас Сотка разыгрывает Мерседес С-класса среди своих учеников. И чем дольше ты проходишь обучение, тем больше шансов, что приз отправится именно к тебе. Согласись, отличный плюс к сданным экзаменам. И еще больше полезной информации вы найдете на канале и паблике Сотки. Все ссылки в описании. А мы продолжаем. Впервые Крэнк появился в классическом мульте 1987 года. И тут немного двоякая информация. По истории повествования данного мульта Крэнк не является представителем расы утромов, так как их в сериале вообще нет. А вот сериал 2012 года опровергает данную инфу про этого Крэнга. Ну то, что там наредконили в версии 2012 года, поговорим тогда, когда дойдем до версии 2012 года. А пока разберем, что же нам показали в 1987 году. Изначально стоит сказать, что Крэнга сюда добавили чисто из-за того, чтобы сделать шоу более детским, посредством использования Шреддером внеземных технологий. Посмотрите, что я держу в руке. Это генератор обратной мутации. Это дичь? Дичь. Как бы таким образом отвлечь внимание от натуральных сражений ниндзя и добавить толику фантастики. Кстати, именно поэтому еще и всех пехотинцев клана сделали роботами. Ну да ладно. Крэнк выходец из измерения X, где был довольно властным полководцем, руководящим каменными солдатами, которыми он кичится и по сей день. Судя по одной из серий, ранее Крэнк и вовсе был кем-то наподобие рептилии или динозавра, но в связи с неизвестным инцидентом был лишен тела «Не смотри на меня», превращен в мозгоподобное существо и изгнан на Землю вместе со своим сраным технодромом, где успешно скооперировался со Шреддером и большую часть первого сезона клянчил у него новое механическое тело. Которое, собственно, чуть позже и получил. Это самый знаменитый экзокостюм Крэнга, и именно на него впоследствии будет множество отсылок в других вселенных. Данный костюм обладает огромной силой и внушающим количеством встроенных примочек, и Крэнгу он очень нравится. Да он даже с ним в душ купается! Местный Крэнк является весьма властолюбивым, и если Шреддер львиную долю всего сериала стремится расквитаться с черепахами из-за жизни тяжелой своей, то Крэнк мыслит масштабнее и не мелочась пытается захватить всю планету, видя в черепахах лишь небольшие помехи. А еще он тут очень потешный. Ударная волна! Ударная волна! Ударная волна! Ни для кого не секрет, что Крэнк довольно хитер и подл. И именно благодаря своей гадкости, еще находясь в измерении X, он своенравно экспроприирует технодромы своего инженера Дракуса и изгоняет того на другую планету. Я человек, который помог тебе создать технодром, и которого ты предал. Кстати, о технодроме, так это вообще отдельная песня. Такая, казалось бы, устрашающая крепость с кучей различных приблуд и оружия, а по факту железный шарик, который постоянно везде застревает. За время всего сериала он успел застрять и во льдах Северного полюса, и на дне океана, и в ядре Земли, и даже несколько раз позастревал в измерении X. Мы навсегда застряли в измерении X. Где, собственно, перевернувшись и кончил свое существование. А ведь именно на технодроме находилось то самое знаменитое устройство Трансмат, с помощью которого Крэнк мог держать связь с измерением X. Ну так или иначе, под конец мульта и Крэнк, и Шреддер были изгнаны черепахами в это самое пресловутое измерение X, но снова же не с концами. Данная версия Крэнга стала самой популярной, и когда речь заходит об одном из главных антагонистов черепах, то в голове сразу всплывает именно этот образ. В связи с такой популярностью именно эта версия успела побывать много в каких комиксах от разных издательств. Да он даже в аниме появился! Да, это аниме «Черепашки-ниндзя». Интересный факт, что до 90-го года Крэнк как персонаж вообще официально не относился к утромам, он был просто сам по себе. Изначально объяснялось это тем, что Утромы проживают в нашей галактике, а Крэнк — это выходец из измерения X. И лишь в 90-м году Mirage Studios осмелилась добавить столь значимого персонажа к расе Утромов. И произошло это в обычных газетах. Газетный вариант комиксов был запущен 10 декабря 90-го года и продолжал свое существование вплоть до 97-го года. В одном из выпусков Донателло натыкается на информацию, что Крэнк был изгнан из империи Утромов за преступную деятельность. Именно это издание и послужило опорой и началом Крэнга как Утрома, что впоследствии подхватили и другие вселенные черепах. И Утромы тоже стали представителями измерения X. Утромы 2003 года почти повторяют биографию своих братьев из классической прайм-вселенной. Только что терпят крушение они не в 60-х годах в Америке, а во времена феодальной Японии. И их вынужденное решение остаться на Земле обусловлено тем, что на планете еще нет таких технологий, которые способны отправить Утромов обратно домой. Поэтому ребята вынуждены остаться на Земле и сливаться с людьми, используя экзоскелеты и костюмы людей. Также на своем корабле Утромы перевозили опасного преступника Чрелла, который, попискивая и попискивая от радости, пользуется инцидентом с крушением и дает дёру с корабля. Чуть позже ему удается овладеть одним экзоскелетом, параллельно поймав себя на мысли отомстить всем Утромам. Вследствие чего Чрелл нарекает себя Шреддером, в честь давно сгинувшего воина, наводящего страх на всю Японию, и затем создает клан Фуд. Подробнее о биографии разных Шреддеров и всех версиях клана Фуд я рассказывал вот тут и вот тут. Прошу осведомиться. Утромы же, отгоняя мысли затерпеть, создают свой клан под названием Хранители и набирают туда опытных самураев для своей защиты. Спустя энное количество времени в клан Свертухи залетает Хамато Йоши со своим корешем Машими и крысой Сплинтером. По итогу Машими оказывается гнилым малым и сдает местонахождение Утромов клану Фуд. И начинается! Утромы вынуждены уходить от преследования и перебираются в Нью-Йорк, где и организовывают компанию TCRI. Чрелл следует за ними и убивает Хамато Йоши, пытаясь выяснить их точное местоположение. Наблюдая за экзекуциями над своим хозяином, «Ну не надо, ну не стукай!», крыса Сплинтер клянется отомстить и уходит в канализацию. Ну а дальше в этом русле наступает черед истории с мутагеновой канистрой, аварией и мутацией черепах Сплинтера и Лазерхеда. Но сегодня речь не о них. Ну и дальше все как в комиксах. Утромы драпают домой с помощью трансмата и возвращаются лишь, чтобы помочь черепахам проучить товарища Шреддера, поместив того в стазис и забрав его на родную планету. Таким образом, Чрелл предстает пред судом, который его изгоняет в ледяную астероидную тюрьму. Кстати, еще один интересный факт. В этом мульте есть Крэнк. Не люблю ходить на щупальцах. Замолчи, Крэнк. Но только в качестве отсылки на классический мульт, и не более того. Ведь роль того самого злыдня Крэнга взял на себя Чрелл. Во вселенной 2003 года Утромы научились так хорошо маскироваться под людей, что один из них даже стал Авраамом Линкольном. Такие дела. В сериале 2012 года Утромы изначально тоже были мирной расой и родом из измерения X. Они ценили знания и развитие. Но эра мирного существования подошла к концу, когда утромский ученый Крэнк обнаружил мутагенную сыворотку, полученную из местных червей кратотроганов. С помощью данного мутагена Крэнк превращается в гиганта с невероятными экстрасенсорными способностями и порабощает сознание остальных утромов, превращая их в своих клонов. И дабы отличаться от всех, нарекает себя Крэнк Прайм. И, кстати, интересно, что данный Крэнк уникален тем, что он единственный мутант в сериале, который изначально принадлежал к неземному виду. С этих пор Крэнк ведет попытки завоевать измерение X, а также под шумок и всю остальную вселенную. Те утромы, которые смогли сохранить свой разум, сбиваются в отряды и начинают дружить против Крэнгов. У Крэнгов есть своя иерархия, и по важности за гражданином Праймом стоит Крэнк Субпрайм. Довольно интересная личность, между прочим, и сейчас я расскажу почему. Как я уже упоминал, когда говорил про классический мульт, Крэнк 87-го года обладает двоякой историей. И тут есть небольшое сюжетное дупло у тебя между сериалами. И сериал 2012 года показывает нам, что Субпрайм является никем иным, как двоюродным братом Крэнга из 87 года, которого он, собственно, и изгнал из измерения X в 2D-вселенную мульта 87 года. То есть, исходя из данной информации, можно сделать вывод, что измерение X в этих двух сериалах является одной и той же локацией. И либо какая-то из двух версий происхождения персонаж является пи***ком и не каноном, либо же изначально все утромы, включая Крэнга 87 года и утромов из мульта 2012 года, обладали телами рептилий, а затем в процессе эволюции приобрели уже знакомый нам вид жеваных жвачек. Достоверно неизвестно, но предположить можно. Еще Крэнк Субпрайм интересен тем, что первую часть сериала он является Ирмой. Ну, вернее, шпионит за Эйприл в образе ее подруги Ирмы. И как нам раскрывает сюжет, за Эйприл было установлено наблюдение со стороны утромов, так как она наполовину и сама является утромом, этаким гибридом с иммунитетом к мутагенам. Ну да речь-то и не о ней, о ней будет потом отдельное видео. Крэнк Прайм успел так достаточно подебоширить на Земле, пытаясь ее терраформировать, но в конечном итоге был разгромлен своими злейшими врагами трицератонами, вместе с Супраймом и своим технодромом. Вариант Крэнга из комиксов IDW тоже пытался терраформировать Землю, но история у него тут совершенно иная, как и у всей расы утромов, и, на мой взгляд, одна из самых интересных. Крэнг является сыном императора утромов Куанина, жестокого военачальника с планеты Утраминон. Куанин за свою жизнь завоевал множество планет по всей галактике с целью создать империю утромов. Естественно, такие деяния нажили ему множество врагов по всей вселенной, что в конечном итоге приводит к нападению других цивилизаций на Утраминон. Продолжительные боевые действия на планете истощили Утраминон и исчерпали запасы ее жизненно важного вещества под названием ил, который поддерживал жизнь и планеты, и самих утромов. Куанин, игнорируя предупреждение об истощении важного ресурса планеты, продолжал использовать ил, что в конечном итоге привело к непригодности Утраминона для жизни и, соответственно, смерти большинства утромов, включая самого Куанина. Но Крэнк, будучи хитрецом, заранее успел подсуетиться и поручить величайшим умам империи утромов создать новую технологию на основе тех малых запасов ила, которые остались на планете. Технологию, благодаря которой несколько утромов во главе с Крэнгом выжили, находясь в стазисе. Крэнк отправляется на Землю, дабы терраформировать планету с помощью так называемого технодрома, ну то есть сделать ее пригодной для жизни утромов. Ранее утромы уже бывали на Земле. Именно их прошлые опыты с ДНК трицератопсов привели к созданию трицератонов. Да, в этой вселенной утромы создали трицератонов. Крэнк ранее тоже бывал на Земле с целью найти союзников для своего отца. Именно его во времена феодальной Японии Кицуне и Такеши Тацуо называли Тэцу Они, и об этом я уже говорил. Прибыв на Землю с выжившими утромами в стазисе, Крэнк располагается на острове Бёрнул и вскоре начинает строительство технодрома, заручившись поддержкой лаборатории Стокген и ее лидера Бакстера Стокмана. Находясь в открытой конфронтации с кланом Фуд и Нейтрино и параллельно пытаясь отстроить технодром, генерал Крэнк финансирует Стокген и дает Бакстеру Стокману ил для разработки бронированных суперсолдат. Именно благодаря экспериментам Стокмана с илом на свет появляются наши любимые герои, так как ил с планеты Утраминон — это не что иное, как один из компонентов мутагена. За время своего долгого существования в данном комиксе Крэнк успел залететь в каталажку за свои деяния, а потом и вовсе быть съеденным Лезерхедом. Но будучи паразитом, он приспособился жить в его организме. И так продолжалось до тех пор, пока его не достали и не впихнули в новый металлический костюм. Впрочем, успеха это не заимело и не дало ему никакого буста, так как вскоре Крэнк был застрелен прямым выстрелом в мозг. Куда же еще? Идем дальше. Крэнк — это чаще всего представитель расы утромов. Но вот всеми обожаемая эволюция черепашек-ниндзя и тут успела выпендриться. Тут утромов вообще нет, зато есть целая инопланетная раса под названием Крэнги. Именно они подарили Уроку Саги доспехи Куру-Юрой, что привело к созданию Шреддера. И именно Крэнги затащили на Землю местный мутаген под названием Эмпирей. Крэнги прибыли на Землю с целью завоевания планеты много лет назад, но вскоре были отправлены в тюрьму 4 мистическими воинами. Немного в будущем, а именно в наше время, Леонардо совершает тотальный проеб и умудряется потерять ключ от места содержания крэнгов. Подсуетившийся клан Фуд быстренько использует ключ по назначению и открывает портал к месту содержания инопланетных злодеев. Вновь появившиеся и желающие захватить планету крэнги обладают довольно-таки сильными отличиями от своих прошлых воплощений. По размеру они теперь больше людей. С помощью своих щупалец они могут влезать в мозг и непосредственно в воспоминания субъекта. Главный Крэнк обладает неописуемым по мощности ором, который сметает все на своем пути. Более того, в этой версии крэнги способны превращать в себе подобных как живые организмы, так и невоодушевленные предметы. Да тут даже крэнк-вертолет есть! Да и в целом они теперь могут распрыскивать свою скверну абсолютно повсюду, превращая мир в своеобразный биопанк. Например, Донателло, слившись с крэнгоподобной массой, становится космическим кораблем. Но по итогу местные крэнги были низвергнуты обратно в заточение, и не помогли им даже офигенные экзоскелеты. Такие дела. Теперь вы спросите, почему же я не упомянул классическую трилогию фильмов 90-х годов? А знающие, то есть я, вам ответят, что в классических фильмах сценаристами было принято решение исключить из вселенной любые проявления инопланетной активности, то есть никаких внеземных цивилизаций там и в помине не существовало. Компания Technocosmic Research Industries была переименована в Technoglobal Research Institute, исключив из названия слово «космос» и тем самым полностью поменяв концепцию. Правда, изначально планировалось, что утром окажется ученый Джордан Перри, но от этой мысли быстро отказались из-за опасений, что зрители ошибочно идентифицируют миролюбивого Утрома как Крэнга, поскольку в то время Утромы не были широко известны за пределами классических комиксов, а вот злыдень Крэнг из первого мульта был людям ой как знаком. В 2016 году Крэнг впервые появился на большом экране в киноадаптации «Черепах». За основу данного персонажа был взят Крэнг из классического мульта, и это видно невооруженным глазом. По сюжету Крэнг умудряется потерять части дугового конденсатора и просит Шреддера помочь ему найти эти самые части, ну и всего-навсего захватить планету. Но по итогу результат понятен. Ничем особенным эта версия Крэнга похвастаться не может, ну кроме пары комичных моментов. Более того, у Крэнга тут практически не раскрыта предыстория, поэтому нельзя точно сказать, действует ли он сам по себе, как в классическом мульте, или же относится к расе утромов. Ну, по крайней мере, экзоскелет у него тут выглядит довольно мощным и функциональным. Следующее воплощение Крэнга могло появиться в «Погроме мутантов», но не появилось. Действительно, кто же может скрываться под фамилией Утром? А может быть, вы знаете? Свои догадки пишите в комментах. Во всяком случае, будем ожидать второй части, и там уж точно нам покажут как Шреддера, так и Утромов. Ну, по крайней мере, Крэнга точно. А сейчас очень вас прошу подписаться на канал, на паблик ВК и на Телеграм. Скоро там будут интересные новости. Спасибо за просмотр, и увидимся в следующем видео.